Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Motorola Razr 40, и сейчас я покажу вам, как выполнить сброс всех настроек данного устройства. Итак, для этого мы открываем приложение «Настройки», после чего проходим в раздел «Система». Здесь мы выбираем «Сброс настроек» и нажимаем «Сброс к заводским настройкам». Нажимаем «Удалить», «Удалить» и ждем. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.